В своей предыдущей лекции я рассказывал о том, как развивались парки в исторической перспективе с древнейших времен и до настоящего времени. И мы пришли к выводу о том, что в конце 20 века в мире началась настоящая парковая революция. Суть ее достаточно проста. Это использование под озелененные пространства любой доступной территории, это превращение городов в парки. Для этого используются и заброшенные территории, автодороги, старые мосты, набережные рек и вообще любая другая территория, где можно посадить деревья и сделать современное общественное пространство. При этом такие пространства рассматриваются как важнейший фактор развития города. Не только с точки зрения здоровья людей и создания благоприятного микроклимата, но и с точки зрения инвестиционной привлекательности. Привлекательности городов для людей. Потому что сегодня люди ⁇ это главный конкурентный ресурс для любого города, а люди едут и предпочитают жить в тех местах, где действительно комфортно и удобно жить. Поэтому мире, начиная с 90-х годов 20 -го века, эта революция началась. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, как эта революция э, проходит и каковы перспективы в э, городе Барнауле. По понятным причинам Россия э, в 90-х годах не присоединилась к парковой революции. Более того, начались обратные процессы. Процессы деградации, сокращения озелененных пространств. И все это происходило до начала 2000-х годов. То есть уже до начала 21 века. И более того, известен даже год, когда Россия начала присоединяться к общемировым тенденциям. Это 2012 год. И понятно, флагманом этого движения стал город Москва. Потом к ней присоединились уже города-миллионники, Петербург, Нижний Новгород, Казань очень активно в этом направлении двигаются Новосибирск, Красноярск, ну а дальше уже и э, города поменьше, в первую очередь региональные центры, но не только, и малые города России тоже достаточно активно сегодня э, развиваются в этом направлении. Известен год, когда э, в городе Барнауле началась эта революция, это э, был 2019 год, в это время э, в нашем городе сошлось сразу не несколько факторов. Ну, первый фактор ⁇ это, скажем так, политический, то есть это обновление э, команды, которая управляет краем и городом Барнаулом. То есть пришли новые люди, которые стали уделять вопросу э, развития зелененных пространств гораздо э, более пристальное внимание. Э, вторым фактором стал общественный запрос на создание э, зелен... зелененных пространств и активное общественное движение. Сначала это движение было против вырубок и сокращения зеленых зон, потому что этот процесс уже дошел до некой точки невозврата, и люди это видели и очень остро переживали этот процесс. И в частности, почему парк Изумрудный стал такой достаточно горячей точкой на карте Барнаула, потому что значительная часть парка была вырублена, и люди поняли, что могут потерять еще один важный парк на территории города. Третьим фактором, который повлиял на контуры парковой революции в городе Барнауле, стала готовность и бизнес-сообщества участвовать в этих процессах. Бизнесмены, ну, во-первых, это те же горожане, которые тоже хотят жить в комфортной среде, но они также понимают, что сегодня это очень востребовано людьми, и социальная ответственность бизнеса, да, участие бизнеса в сохранении и развитии зеленых зон также очень позитивно влияет на образ предпринимателя. Ну и четвертый, наверное, фактор, о котором хотелось бы сказать, это готовность экспертного сообщества нашего города и края, архитекторов, ландшафтных дизайнеров, урбанистов, социологов, которые тоже стали в этом направлении очень активно двигаться. Кто-то из них, возможно, принимал участие в проектах в других городах России и мира, и, соответственно, понимал, что можно сделать в Барнауле, чтобы это было современно, качественно, ну и соответствовало передовым стандартам развития общественных пространств в мире и в нашей стране. Коль все четыре фактора сошлись, и начался, собственно говоря, достаточно мощный процесс. Не надо бояться слова «революция». Да, Обычно она сопряжена с каким-то сломом, с насилием. Когда мы говорим «парковая революция», это в первую очередь позитивный процесс, процесс интенсивного развития зеленых зон. Что же у нас произошло за эти четыре года? Ну и самое главное, что нас ждет и как будет этот процесс идти в ближайшие годы. А может быть и не в ближайшие. Давайте об этом и поговорим. Ну вот, краткие итоги четырехлетия нашей революции можно охарактеризовать следующим образом. Ну, то, что мы, скажем так, видим надводную часть айсберга, мы видим достаточно интенсивную работу по преобразованию общественных пространств. Да, это парк Зумрудный, уже 4 года идет реконструкция, и результаты многие увидели. Да, это уже 2 года идет процесс реконструкции парка юбилейный, крупнейшего парка нашего города. Там еще, конечно, много что делать, но тем не менее уже изменения видны. Это в 2023 году реконструкция парка Центрального района, тоже старейший парк нашего города, и то такая жемчужина э, краевого центра это э, уже начало разработки проекта и э, в следующем году мы надеемся начнется работа по реконструкции парка имени ленина это тот который находится за барнаульским зоопарком э, между зоопарком и улицей э, антона петрова ну вот четыре ключевых парка начали реконструироваться плюс, ну, скажем так, зеленые зоны второго уровня, то есть скверы, рощи. Ну, из самых заметных таких можно отметить это Мизюлинская роща, это сквер Приречный, это сквер поселки Южный, это сквер Наускова. Это интересный, допустим, тоже опыт э, сквер э, медиков на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Тоже достаточно интересная современная зеленая зона. Но это то, что мы видим. Нужно обозначить еще и те невидимые э, обычному горожанину процессы, э, скажем так, парковая революция в городе Барнауле. Во-первых, это все более-более более активное применение методов общественного проектирования при разработке э, проектов общественного пространства. Это очень важно. Это современная технология, потому что нельзя сделать общественное пространство, не учитывая мнение тех людей, которые, которые будут им пользоваться. И для того, чтобы это мнение узнать, есть отработанные технологии. Это и социологические опросы, это экспертные опросы, это стратегические сессии, в ходе которых люди высказывают свое мнение. И в результате получается проработанный очень хороший интересный проект. Вторым фактором этой революции или проявлением стало... Развитие общественного самоуправления. Появляются общественные советы парков, которые принимают активное участие не и, и только в проектировании, в контроле за реконструкцией и в управлении этими зелеными пространствами. Ну и третий фактор. И очень важный, наверное, самое важное, это то, что у нас наконец-то появилась концепция, которая обозначает перспективы дальнейшей нашей парковой революции. Эта концепция разработана была коллективом Алтайского госуниверситета, в первую очередь Марина Силантьева, а также архитектор Андрей Таджанов, которые глубоко очень проработали концепцию озеленения города Барнаула. Барнаул – «зеленый город» называется эта концепция. В рамках которой показано, как должен развиваться зеленый каркас нашего города. Это не только парки и скверы, это и зеленые оси, которые должны бы вместе воедино создавать озелененное пространство города Барнаула. Но... Вкратце скажу, как каковы основные перспективы развития зеленых зон города Барнаула. Условно их можно разделить на две части. Первая часть это среднесрочная перспектива до 2030 года, когда мы планируем провести юбилей города 300-летия Барнаула. А обычно в рамках таких юбилеев города получают достаточно серьезные ресурсы для развития важных проектов. И считаю, что как раз развитие зеленых зон является одним из таких приоритетов и соответственно есть возможность привлечь дополнительные средства за эти предстоящие 7 лет нам необходимо конечно же завершить реконструкцию парка Изумрудный парка юбилейный мы также можем завершить за это время реконструкцию парка имени Ленина также необходимо расширить парк центрального района уведя его за реку Барнаулку и также присоединив к этому комплексу и территорию стерепробпловильного завода считаю что в рамках юбилея города жизненно необходимо восстановить этот э, объект, с которого, собственно, начался наш город. Э, Но ну, еще одна важная территория, которую нужно нам э, привести в порядок за предстоящие 7 лет, это территория э, парка за торговым центром Европа. Еще нет названия у этого парка. Э, ну, есть идея назвать его парк 300-летия Барнаула. Ну, это обсуждаемый процесс, потому что у нас э, в этой территории города катастрофически не хватает зеленых зон. Там есть участок, да, это овраг, но это даже здорово, потому что в этой территории можно сделать интересный ландшафт. И из оврагов тоже получаются очень хорошие парки, и опыт передовых городов мира и России об этом говорит. Это предстоящие перспективы. Конечно, к этому нужно добавить и небольшие скверы, зеленение дворов, других территорий, что тоже очень важно. Сегодня и бизнес начал понимать, что нужно не просто строить жилые дома, что нужно создавать вокруг этих домов зеленые зоны. И у нас уже есть хороший опыт в городе Барнаула, жилой комплекс Лапландия, который стал настолько популярным среди жителей окрестных территорий, что люди даже сегодня вынуждены... Огораживать э, свой комплекс, э, потому что слишком много там людей. Поэтому сегодня уверен, что представители строительного бизнеса, девелоперы тоже будут в этом направлении двигаться и создавать не только э, там, жилые комплексы, но и э, облагораживать и создавать целые парки со своими э, объектами. Это среднесрочная перспектива, хотя есть и долгосрочная перспектива, до 2060 года проработана концепция. Здесь уже, конечно, требуется более серьезная работа, более затратная работа, потому что необходимо выделять территорию под новые парки, которые сегодня застроены, в частности, частным сектором. Например, по планам разработчиков концепции Зеленого Барнаула нужно сделать большой парк за вокзалом. На месте, где сейчас расположен частный сектор. Важная территория, где можно сделать парк на пересечение улицы Партизанской и Ядренцева. Там сегодня идет активная жилая застройка, и там тоже нужно зеленое пространство. Очень важна территория за улицей Попова, где огромное количество сегодня жилых массивов появляется. И там людям нужен тоже большой современный парк. Есть большие планы на развитие острова Побочень тоже такой в перспективе очень важная озелененная зона, появление которой могла бы полностью оживить вот всю территорию, прилегающую к реке Обь. Так что перспективы у нашей революции очень серьезные. Как сказал один из классиков, есть у революции начало, нет у революции конца. Поэтому уверен, что парковая революция в Барнауле только начинается. И сегодня сошли все факторы для того, чтобы она у нас успешно Продвигалась. Уверен, что мы сможем общими усилиями сделать город Барнола действительно современным, зеленым и комфортным для проживания, что является важнейшим условием его конкурентоспособности и успешного развития в будущем.